Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня небольшой ремонт Fiat 500. Итак, мне надо заменить крыло, фару, бампер, капот отремонтировать и немного переднюю дверь. Разбираю. Итак, машина разобрана, делаю необходимые мне измерения. И основной ремонт будет это вот эта часть и капот. Ну что, начинаем. Теперь капот. Капот ремонтировать буду при помощи споттера. Итак, капот сделан. Устанавливаю фару и бампер. Итак, все детали установлены. Зазоры в порядке. Отдаю машину на покраску. После покраски я собрал машину, и вот как она выглядит. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!